негатив, тактичность к человеку, самоанализ, психические травмы. Вы хотите поговорить об этом? Да. Сеанс современной хореографии. Это ежегодный концерт, без которого мы уже не можем обойтись, который нам необходим как воздух. И в данном случае это был сеанс разговора о различных людских мечтах, проблемах, желаниях и так далее. То есть это был сеанс фактически какой-то терапии. Ну что ж, начнем. Сергей. Сергей в последнее время пытается разобраться с вопросами человеколюбия, доброты. И что мы вообще за зверь такой? Человек. Сергей, знаешь... Почему на протяжении всего концерта мы видим на сцене два стула, и один из них всегда пустой? Стул... Потому что... Давайте спокойно сядем и поговорим об этом. Угу. Поэтому стулья наши... пусты, как бы предлагая вам посидеть, поговорить об этом. Разговор сегодня был со зрителем, и зритель тоже наш был союзник, и тот собирательный образ, тот человек, который поможет разобраться. Странное слово «любовь», для которого до сих пор нет объяснения, что очень странно. Сколько уже живем, никто не может сказать поистине, что такое любовь. Ну, хотя все говорят, что очень странно. Проблема последнего, наверное, последних двух столетий, которые актуальны, есть, остается и будет. Что у нас все-таки даже посмотрите на улице, да, март, планета что-то не так, что-то меняется. Хотя, с другой стороны, возможно, это нормально, мы сами не знаем. Но таков удел человеческий. Встретить весну, значит принять и зиму. Надеюсь, будет круто. Надеюсь, мы получим удовольствие от того, что будет сегодня на сцене. То есть это должно быть в кайф для себя в первую очередь. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.